Всем привет! Настал тот день, которого все ждали. Кто-то к нему готовился, кто-то просто хотел посмотреть на это зрелище. И сегодня мы проводим турнир от журнала Exclusive Mag, который называется Plaskatch Battle. Еще раз напоминаю, мы продолжаем наш турнир Plaskatch Battle, который проводится первым российским журналом о максимальном самокате Exclusive Mag при поддержке Спутник, магазина самокатов Kickscooter Shop, Gorilla Energy Drink и ННХ. Сейчас в батле встречаются Глеб Карпенко и Стас Свиридов. Пошумим для ребят. Ребят, с правилами ознакомились? Да. Сегодня ваш батл будет судить Артем Степченков. Ребят, скидываемся. Опять ищу. Начинает Стас Свиридов. 360 opposite bar на бар. 360 opposite bar на бар. Бар спин на бар спин. Смотрим. Красный спин. Итак, стартовый. Но у него не получает счет. Вип на опа бар. Вип на опа бар. Прекрасно. Повторяем Глеб. Поехали. Киклес. Какие трюки, ребята, не гадают. Киклес. Поддерживаем, ребят, поддерживаем. К сожалению, в нашем банке надо трюки выполнять чисто. Да, я с киклес. Так, Стас Свиридов накатывает. Трипл тейл вип. Трипл вип от Глеба Карпенко. Прекрасно. Да, есть. Ванетти вип на опа бар. Вип на хил. Халка брай. Халка брай. Получится ли у него смотрим прямо сейчас? Вип ту вип. Вип на вип загадывает. К сожалению, не получилось. Итак, во втором батле сегодняшнего дня побеждает Глеб Карпенко и проходит в 1/8 финала Plaskatch Battle. Пошумим для Глеба!